У меня к вам такой вопрос, да? Вот мы собрались тут межнациональная ассамблея, да. Украинцы, грузины, чеченцы, евреи, русские, не знаю кого еще, как назвать нас, всякие разные собрались. А цель у нас одна, общая. Мы понимаем, что без того, чтобы сделать слышимым тему освобождения Ичкерии от ига московского, от ханства, вот этого ханства не в смысле хана, это а хамство. В смысле от хамства московского, от слова хам. И вот без этого сам русский народ тоже не сможет пройти, не выйдет из этого страшного ига. Но сначала, по очереди, сначала отдать долги. Долги русских есть перед многими народами. За все свое существование, не такое далекое, между прочим. Не сравнится ни с грузинами, ни с чеченцами, у кого, у которых вековые истории много. Так вот, пока эта русская нация не отдаст долги всем, перед кем она виновата, а она отдана перед всеми, практически перед всеми народами. Уж перед всеми соседями точно. Начнем с самой страшной, самой близкой истории. Потому что чеченские войны, русско-чеченские войны, которые развязал этот народ, которые развязало правительство от имени этого народа, они самые близкие, они осязаемы у нас сейчас, они в руках. И за них отвечает современная власть, а не какие-то там мифические коммунисты, какой-то там Советский Союз, Сталин, Брежнев или там Ленин, да? А вот эта власть, это, потому что она абсолютное продолжение той власти, которая начала первую русско-чеченскую войну, второй упырь, который сейчас еще у власти находится, вот развал вторую русско-чеченскую войну. И на их руках, а значит на руках этого народа, вот эта кровь. Так отдавайте долги. Чтобы что-то делать и какой-то шаг первый сделать, надо, во-первых, увидеть это свое преступление, этот свой грех, и это не так просто. И вообще-то, я об этом тоже говорила с Ахмедом Закаевым, эту мысль я высказывала, что надо очень сильно еще попросить у Всевышнего, чтобы он дал тебе такое позволение покаяться. Не может просто так человек начать каяться, вот так вот просто вот он захотел, увидел, что ты его там уколола, и он так не бывает. Это большой путь, и поскольку я приблизилась к этому пути, я могу сказать, что этому были предпосылки, чтобы я это увидела. Потому что это история моей семьи, моего деда украинца из Винницы, который поселился после войны в Грузии. Это моя семья, которая от голода тоже другая сторона, ее перебралась в Грузию. Это знание Грузии, ее традиции, ее культуры. Огромная любовь к Грузии. То есть Грузия первоочередная моя любовь и моя сердечная боль. И через эту призму я видела русскую культуру и русскую литературу, если уж по большому счету. Поэтому у меня есть все предпосылки были понимать другие народы и боль этих других народов. И есть люди, которые просто не видят вокруг себя других народов. Вот эти самые несчастные русские, они несчастные, они убогие, они обделенные этим пониманием, что они сами живут в таком хамстве, в таком свинстве и не видят вокруг себя людей. И поскольку я, как я сказала, я этот путь прошла очень нелегкий, то есть я видела, как мой народ по крови, да, вот русские, как они убивали грузин, я это видела, я это пережила очень сильно. У меня с тех пор болезнь сердца. Это было 16 лет, я увидела, как на моих глазах русская армия, вот это самая моя по крови, да, русская армия убивает грузинских женщин, и маленьких, и старых. Это попробуйте пережить это все, отрефлексировать это все. Это отложилось. Потом, когда я уже после войны, после нашей тоже страшной войны в Грузии, которую устроил Кремль, приехала в Питер, я видела, насколько я безразлична этому русскому народу, несмотря на то, что я русская. Абсолютно безразлична. Холод в отношении,
Они не видят чужую боль, чужую душу до такой степени, что приходится закрываться. До такой степени, что страшно расплескивать вот эту свою боль. Не хочется о ней говорить, не хочется делиться, не с кем делиться, они не понимают этого. Это все я тоже пережила. Потом, уже после того, как я поняла, какой ужас несет на себе русский народ, и что я тоже часть этого народа, который обязан ответить за это все вообще-то, перед чеченцами, перед грузинами, перед украинцами в 2014 году. После этих всех убийств, после этого садизма, за который я тоже несу ответственность, это я умерла. Я физически умерла. Меня просто спасли врачи в Праге, но моя судьба уже была умереть. И поскольку я уже, так скажем, пересекла эту некую границу метафизическую и попрощалась с жизнью, мне было даже хорошо с ней попрощаться. После того, как меня вернули обратно, вот здесь я поняла, что что-то надо дальше делать, кроме вот этого понимания и желания покаяния, да, какие-то шаги. И после этого я стала воцерковленной. Я 2 года провела в церкви, каждый день на коленях, вымаливая прощение, исповедуясь в своих грехах. Этот путь необходим, он очень тяжелый, он очень сложный, он терзающий, ты жить не хочешь после этого. Но только после этого появляются силы, желание настоящего покаяния и просить у Всевышнего этого прощения. Но опять-таки я не скажу, что я почувствовала, что меня уже можно начинать прощать. Нет, надо вот здесь уже только надо начинать что-то делать. И я делаю какие-то первые шаги. Я не то что умоляю чеченский народ простить меня за то, что я часть этого народа, я это делаю, но это мне только хуже становится. Я понимаю, что все впереди. Я готова ответить, как я могу. Вот как я могу, так я и отвечу. Меня могут убить, может быть, мне от этого легче станет. Хоть какое-то, понимаешь? Даже если бы меня убили, мне, наверное, легче было бы. Но это тоже не выход. То есть выход предпринимать какие-то шаги дальше... конструктивный, взять себя в руки, не плакать. Я понимаю, что когда я вижу Саида, я хочу плакать, потому что у Саида такой дар раскрывать сердце и вот эту железу слезную, да, что я начинаю плакать от тебя. Обычно я не плачу, я бы хотела плакать, но я не могу. А вот от Саида я плачу, потому что у него такой дар воздействия. И я понимаю, что нужны конструктивные шаги, не нужны слезы. Не нужны вот эти слюни и сопли, они не нужны, а наоборот, нужно что-то очень сильное. Нужны шаги, надо делать, делать, делать и делать. Вот каждый шаг, каждый день, каждую минуту надо что-то воссоздавать. Я бестолковая слишком, и мне не хватает таланта, чтобы придумать, что именно надо сделать, чтобы искупить вину и помогать и русскому народу вставать на этот путь. Открывать ему глаза, открывать сердца. У меня не хватает толка, поэтому я прошу людей, у которых есть талант, у которых есть какой-то дар, и которые, не знаю, профессионалы в построении какой-то композиции вот этого пути. Может быть, надо советоваться с людьми, которые пережили Холокост, и еврейские, да, люди, которые прошли через концлагеря и потом смогли из этого сделать такую историю, которая до сих пор потрясает людей, и люди плачут, заходя в эти мемориалы. Надо с ними советоваться, что делать. Но точно надо что-то делать, чтобы не то, что не показывают эти вещи сейчас, их скрывают перед миром, да, не показывают. А еще и оболгали этих людей. Ну, такое бывало когда-нибудь в истории, Саид? Мне кажется, такого даже не было в истории человечества, такого ужаса и страха, при том, что мы живем в информационное время такое, да, когда все может быть вот наизнанку, да, все на поверхности. Скрывать самые страшные преступления и смотреть на это... Я не знаю, я с этим жить не могу, дорогие друзья. Поэтому... Все, что я могу сказать сейчас, я хочу Саида попросить сказать свои соображения на этот счет, потому что у меня пока нет этого
вокабуляра, да, у меня нет этого словарного запаса, чтобы изложить как-то толково и практически, что бы мы могли сделать, Саид. Инна, спасибо. Здесь такая ситуация. Когда 41-45 год была Великая Отечественная, как мы ее называем, Вторая мировая война, вот в 45-м году она кончилась, и вот об этих ужасах фашистов, об героизме советских воинов и о том, что происходило в действительности на полях сражений, все это началось не в 46-м и даже не в 56-м, а в 66-м. Через 20 лет, вот после этой великой трагедии, которая произошла со многими сотнями народов, там, с Испанией, с Польшей, с Англией, с немцами, с русскими, там, со всеми, прошло 20 лет, когда появились воистину величайшие произведения, обрисовывающие весь ужас этого, то, что произошло. Сегодня, после чеченской трагедии, прошло 13 лет, или люди, которые оттуда... У меня был проект такой, так остался нереализованным. Я собирал все истории, как чеченские семьи пробирались в Европу. Переплывали эти холодные реки с семьями, с детьми. Хоронили в лесах детей маленьких. Здесь, в Татрах, в Чехии, переходили горы, замерзали чеченки с детьми. Вот, ну, много таких было. Очень таких историй трагических. Вот. У меня есть несколько. Если их объединить, то это будет тот самый проект, который вы говорите, но он послевоенный, Нахдем, да? Вот. И, то есть я конструкции того, что вы предлагаете, я знаком с этой конструкцией, я знаю, она действенна, и она реалистична, и действительно она даст огромный эффект. Разгар русско-чеченской войны. Сотни орудийных батарей, сотни град установки. 40-ствольные эти град, виноград, я не знаю, все эти установки бьют по городу, бьют по селам, стираются с лица земли. Больницы, школы, дома, все перепахивается буквально в этом реактивном. И на этом фоне здесь Европа-то это видит все. У нас очень много было французских, немецких, английских журналистов. Они это снимали, все пересылали. И Россия просит у Индии помощи против чеченцев. Вот мы, говорит, воюем с чеченцами, и Индия, Сергей Иванов показывает по телевидению, просит у командира индийских вооруженных сил, там, помогите нам против чеченцев. Россия просит помощи у японцев против чеченцев. Россия просит помощи у Китая против чеченцев. Вы можете себе гипотетически представить даже это, что страна 17 миллионов квадратных километров, обладающая суперсовременными военными технологиями, ядерным оружием, флотом вторым в мире, армией по численности первой в мире, там, после Китая, что она просит помощи
у всего мира против чеченцев. И в доказательство тому, что им она нужна, эта помощь, они выдвигают такую тезу. Не просто здесь чеченский народ, потребовавший независимости. Нет, этот вопрос не упоминается вообще. Чеченцы – это международные террористы, это исламисты, это которые взрывают дома. Причем нет ни одного доказательства ни в одном из этих обвинений. Но спрашивается, у чеченцев есть такая пословица: «Кюпчи чуршин лучи глатботам». Кюпчи – это у нас кубачинцы. Есть такие знаменитые мастера на Кавказе, ювелиры. Они говорят, пословица говорит, кубачинец ставит ручку на кушанье там, где он хочет. Mm-hmm. Так, то есть все это было в руках русских. У нас не было таких медийных средств. У нас не было таких, весь мир, который, переводчиков, которые говорили бы о нашей трагедии. У нас не было лобби ни в Америке, ни в Израиле, ни в Англии. У нас вообще ничего не было. И то оружие, с которым мы воевали, это было то, которое мы у них отобрали. Боеприпасы мы получали с одних складов, с которых русская армия, другого средств, другого места получить это оружие и боеприпасы у нас не было. Так что русская армия и чеченская армия получала боеприпасы с одного склада. Нонсенс. Вот это люди сразу поймут, что это такое. 10 минут ротного боя уносит где-то полтора, я не помню эти нормативы, где-то полторы тонны боеприпасов, 10 минут. А мы с ними воюем в прямом открытом сражении тогда 2 года, и после этого лет 5, 7 лет, не говоря уж о перманентных каких-то. Это представляете, сколько боеприпасов надо было у них купить? И теперь сразу понятно, что это за война. Это, как перефразируя Маяковского, если звезды кто-то зажигает, значит, это кому-то нужно. Вот тут мы подходим к пониманию, что это не было войной в его таком нормальном смысле. То есть война что такое? Война – это конфликт между двумя странами в резкой форме, в такой острой фазе, где применяется оружие, средства и сила, принадлежащие одной или совокупность этой идеологии с другими странами. У чеченцев нет никого в округе. Мы одни. Мы во всем мире одни. Наш язык похож только на английский, на немецкий. Ни на какой другой. И это наш уральский язык. Но все ученые мира сошлись на том, что латиница, английский, немецкий, это все имеет корни в чеченском языке. Это что оттуда пошла белая раса, на все. Но американцы пишут, что они кавказцы, теперь и европейцы стали писать, что они кавказцы. Ситуация. Так вот, у чеченцев априори не могло быть никакого радикализма. Априори. Не потому, что они англосаксы. Нет, потому что они кавказцы. Кавказ – это некая территория, где мирно уживались несколько религий. И буддизм, и христианство, и ислам. И никогда на Кавказе не было религиозных войн. Никогда. Как только пришла туда Россия, появился Сашка Полежаев, Александр Сергеевич, который написал: «Христианину ненавистна чеченская кровь». Я вот читал, когда думаю, батюшки, а у нас сквер был Полежаева в Грозном. Я думаю, интересно, почему христианину ненавистна чеченская кровь, именно чеченская? Почему? Ни аварская, ни черкесская, ни какая-то татарская. Вроде бы у них с ними было
больше и сражений, а мы вдруг чеченское. Это были основы некой религиозной нетерпимости, идеологии, которая только наживлялась на такие вот на поход империи за чужими землями. Нужно было обосновать, почему они, солдатам надо было что-то говорить, почему мы их убиваем, почему это. Вот такая вот ситуация была. И сегодня, когда мы осуществляем этот проект, который вы говорите, да, что здесь я бы сделал бы там две составляющие. Первая – это экономическая, вторая – географическая. Первая – экономическая, она всегда базисная, бывает экономика, там все остальное, идеология, она подвязается вокруг нее. И вот когда вот материальная, Россия безземельная страна, у нее нет земли, у нее есть территория, а земли, у нее две трети в северной широте. И, как Дидро сказал, французский философ, государство может развиваться или воровством, или производством. Ну, Россия это сами не знают прекрасно. Воровство это было, так сказать, наипервейшее такое, так сказать, производство. Надо у народов воровать, у тех, у которых есть что-то. И отсюда и пошло грабеж. Это, ну, тогда весь мир был охвачен этим. Но теперь, когда мы уже прошли лозунги московские, что хватит кормить Кавказ, надо просто четко собрать какую-то научную конференцию. Там должны быть экономисты, там должны быть политэкономия, которые хорошо знают, и люди, которые разбираются в нефти, в золоте, вот специалисты. Почему пришла Россия? Да потому что Кавказ – это живительный край. Потому что обладать Кавказом как территорией – это климат, это природные условия, это доступность к трем морям теплым. Это житница, житница. И, конечно, она имела под собой экономическую основу. И сегодня, когда нам говорят, хватит кормить Кавказ, она не имеет под собой никакой основы. Наоборот, Кавказ кормит Россию. И они, зная это, предвосхищаются. Вот чтобы кавказцы им не говорили, что, извините, где это, кто кого кормит. В Чечне воткни палку в землю, завтра на ней яблоки растут, а в России там, холодно же, там, две трети в северной широте находятся. Поэтому вот этот вопрос, потом Великая Отечественная война, как там? Масла, нефтепродукты, 95% Гроздинское. Ни один самолет не взлетел бы, ни одно орудие не стрельнуло бы без смазочного материала, ни одно там поезд не поехал бы без солярки, без этого. Все это было из Грозного шло. Товарищи, кто кого кормит, кто кому необходимее. Чеченцев-то вот, горсточка. А мы кормили экономику страны на 17 миллионов квадратных километров. Кто кого кормит? Давайте. Дружба, дружба, табачок ворозь. Это же русская пословица. Как там насчет нашего табачка? Или вы признаете, мы один завод у нас в год 200 миллионов долларов прибыль была. Нам от него, нашей республике, оставалось 2%. Если бы там эти запчасти или там высокотехнологичное оборудование, которое требует там такого ума, там таких вещей, крекинг это простейшее, абсолютно простейшее производство, это разделение нефти на фракции, там керосин, легроин, бензин, солярка, все это простейшее. Абсолютно, не требующий никаких особых затрат, кроме открыл задвижку, там форсунки прочистил. Вот. И потом это с наших недр
Более того, мы брали низкосернистую нефть через Каспий, нам с Казахстана привозили, там 14, по-моему, тонн, мы ее перерабатывали. А это, извините меня, то есть экологически вредные очень. Очень экологически вредные там, продукты, там, сера, выбросы, сельской природы. Но это все в Грозном, маленький пятачок. Более того, Грозный поставлял на Россию там, миллиарды банок с оленями, вареньями, лесными продуктами, там, прочим. У нас переработка была очень сильно налажена. Несколько десятков консервных заводов, которые там давали продукцию, там, составами. У нас были великолепные винные заводы. Там такой материал был, что мы этими материалами, винным, коньячным, там, спиртовым материалом, снабжали несколько десятков огромных производственных мощностей на территории России. У нас работали самые редкие специалисты по производству лучшего коньяка. Мы соперничали с армянами в коньяке. И на каждом шагу. Потом наш научно-исследовательский институт. Это были такие... Мы поставляли нефтепродукцию в 75 стран мира. В 75 стран мира чеченские нефтепродукции, там газы, потом вот эти вот пшикалки, вот эти, которые мы там разные там... как называется это, аэрозоли, все вот эти вот. И мы, извините меня, мы, так сказать, мы сидели на зарплатах по 150 рублей, по 100 рублей, все вот это. Откуда это все уходило? Так кто кого кормит? Когда решится вопрос, кто кого кормит, тогда, может быть, в российском обществе возникнет понимание, что чеченцев надо уважать хотя бы за то, что они их кормят. Вот. Хоть на этом начнется меняться сознание, да? Я думаю, провести здесь, в Германии, там, научно-практическую конференцию, собрать действительно очень крупных экономистов и определить, сказать, да, вот Чечня сколько там, ага, территории, так сколько они добывают, там, столько добывают, сколько идет потребность на это. Где там? В России сохранились прекрасно все документы. Все в этом плане документации, там все можем взять. Пожалуйста, сели и разобрали. Вывод комиссии. Вывод комиссии однозначно должен быть такой. Чечня является колонией, Россия метрополией. Есть антиколониальные законы, да, в мире. Америка отказалась от колонии, да. Германия там у нее, в Северной Африке там были колонии, да, все, отказалась там. Французы там, в Алжире там отказались там. Американцы во Вьетнаме там отказались. Ну, люди отказались. Великобритания. Да, Великобритания там, от Индии там. Отказались. Отказались, потому что поняли, что само время диктует другой посыл. Другое отношение. И, пожалуйста, алжирцы едут в Париж как к себе домой. Англичане в Бомбее чувствуют себя дома. И индийцы с Дели приезжают в Лондон, ходят в этих тюрбанах, там, я там их на Темзе сколько угодно видел, там, общался с ними. И Россия не могла не понимать вот этой ситуации. Россия, когда определилась то, что весь мир идет левой-правой, а она... правой, левой, они выдвинули такой лозунг, что Россия, которую умом не понять, аршином общим не измерить, не считает, что для ее территории, для ее народонаселения приемлем западный путь развития, в том числе и отказ от колонии. Она считает, что у России особый путь. Особый путь, то есть никогда в жизни она не признает, что этот особый путь, он ущербный. А западный путь, он перспективнее. Потому что у людей возникнет вопрос. Товарищ начальник, дело не в хлебе, а почему 200 грамм? Как? Почему у них? Почему нам этот путь не взять?
Правительство России объявляет, у нас особый путь. А в чем заключается этот особый путь? Кроме того, что все страны удерживаются в колониальной цепи, а не колонии, это однозначно, есть классические признаки колоний, там 5 или 6 признаков колоний, которые можно сразу подойти с этим лекалом и сказать, вот как, допустим, вот в Грозный, 85-й год, так, что там, государственный язык, русский, силовые структуры, русские, ну, управляют. Самый главный, кто там сидит, русский. Начальники полиции, русские. Это колония. Потом бюджет строится, формирование бюджета. Отчисление. Это колония. Все. Если Россия отказывается от колониального, там идут другие лекала. Вот смотрите, Анисимовский завод заработал сколько? 200 миллионов. Общегосударственный бюджет у них должен быть не более 10%. То есть в Москву не более 10%, там общее оборонное пространство, общий там рубль, там общее воздушное пространство, там идут расходы государства на оборонку, там 10%. Однако Россия говорит, у нас особый путь, и никому не объясняется, что такое. А особый путь — это продолжение угнетения этих народов, сохранение колоний в составе России и обдираловка. Неконтролируемые отчисления. Неконтролируемые отчисления. Все. И поэтому львиная доля населения, 95% населения России являются рабами, так сказать. Люди, которые живут в этой колониальной системе. Они экономически содержат эту ось, которая их угнетает. Все, на этом халас. Теперь, вот надо было построить вот именно вот эту концепцию здесь. И им сказать, господа хорошие, вы объяснили российскому народу, что у вас особый путь. Теперь раскройте карты, как называется этот особый путь. И они были бы вынуждены, бумаги-то вот они лежат. Других бумаг у них нету. У них нет другого отчетной документации, нет. Движение средств материального оборота нам свидетельствует, что триллионные схемы уплыли куда-то, кому-то, где-то в офшоры, там, где-то на Кипре, где-то где угодно. К Саиду Хачкаеву не попало ни копейки. Извините, Ваня, ты же обещал, Ваня, ты сказал, Саид, у тебя будет своя религия, у тебя будет своя республика. Ты будешь своим языком говорить на своей родине. Ты же обещал мне, Ваня. Чего же ты меня обманул? Отца моего на Беломорканале убил. На Магнитстрое убил моего деда. На Уралмаше убил мою тетю. Ты же нас всех, так сказать, пощипал, Вань. А когда ты нам платить-то собираешься? Кормить-то ты нас никогда в жизни не кормил. Ты грабил нас, убивал, воровал у нас. Ты же вор, Ваня. Ваня, ты вор. Ты обворовал якутов, татар, кумыков, даргинцев, грузин, армян. Ты, Ваня, обворовал. Меня не касается, что ты сегодня без штанов. Это не моя вина. Ваня, это ты, твоя вина, Вань. Ты пришел ко мне с берданкой, ко мне не кумык пришел, ко мне не аварец пришел, твой сын пришел, убил моих детей, ограбил мой дом, сжег мои поля. Твои дети ко мне пришли. Зачем, Вань? Зачем? Ты от этого лучше стало тебе? Ты же ходишь, просишь милостыню у всех. Ты их своих детей не можешь, Ваня, лечить. Триллионы денег куда пошли? Какой-то Израиль, микроскопическая страна, которую с подлупой не видно. Они там лечат, делают такие операции там сверх. Мы им платим сотни тысяч долларов. У всего страны, Ваня, мы собираем для ребенка там, прыщ у него там на заднице вырос. Мы это даже не можем лечить. Вань, в чем дело? Ну давай разойдемся, Вань.
Ну ладно, давай мы забудем, что вы нас грабили. Но теперь хотя, когда мы все это поняли, когда мы, Ваня, все поняли, что ты не можешь содержать государство, ты не можешь сделать страну, ты не можешь нам выполнить все свои обещания, ты все нам загубил жизнь, Вань. 150 лет ты пил из нас кровь, теперь отстань. Отстань, дорогой. Мы тебя очень просим. Мы тебя все просим, Ваня. И ты будешь нормально жить. И мы будем нормально жить. Нет у тебя другого пути. Нет у тебя другого предложения. Вот смотри, мы все бумаги поставили вот здесь. Смотри. У тебя нечего сказать. Если есть сказать, срок к тебе неделя. Скажи. Скажи, что это неправда. Скажи, Ваня, что 170 триллионов рублей, которые за 10 лет произвела вот эта вся страна, что они где-то у нас есть. Что они у нас есть где-то, что это наш запас. Скажи. Ты же не скажешь. Мертвые позора не имут. Тебе бы умереть лучше, Ваня. Раз ты не можешь покаяться. Все, весь вопрос. Весь вопрос. Здесь другого не может быть. По-другому люди отношения не строят. Весь мир строит свои отношения вот так. Вот экономика – это базис. Идеология – это надстройка. Она вырастает из этого базиса. Вот давайте мы научим практическую конференцию с привлечением. Нам помогут Америка, наши друзья, да? Вот мы скажем Пол Глобус, мы скажем Дэвиду скажет. Они привлекут лучших американцев. Это нам в копейку. Но зато они доказательная форма этого научно-практической конференции. Скажут, да, русские должны Якутии 176 миллиардов долларов. Ненецкому округу 185 миллиардов долларов, татарам 2 триллиона 60 тысяч. Вот. Ну, а где деньги, Зин? Другого я не вижу вообще, ни один нормальный человек, да, потому что другие вещи говорить там, благородство, мужество, щедрость, русская душа, это все оно не работает. Он как политики что угодно могут говорить, там, как Толеран сказал, министр иностранных дел Наполеона, если вам говорят, что это честный, мужественный, благородный политик, знайте, что он как политик не состоялся. Вот я думаю, что он имел в виду русских политиков сегодня, которые что угодно они могут говорить, как угодно они могут придумывать, болтать вот так вот, лишь бы там сказать что-то говорящее. А правды нет, нет. Ни в одном направлении нет правды. Вот это трагедия, вот это вот ужас. Вот. И, конечно, то, что сегодня уже произошло. Даже эта пандемия показала, что возврата нет, потому что нам не к чему возвращаться. Нам не к чему возвращаться. Потому что прошлое настолько ужасно, настолько ужасно. Вы знаете, когда вот ночью рассказываешь детям сказку какую-нибудь страшную, они сидят и боятся оглянуться, да? Вот так пребывает сегодня вся страна Россия. Боятся оглянуться, потому что там ничего нет. Но и впереди у них ничего нет. Вот такая вот ситуация. Мы, то, что мы делаем, мы не можем. Мы делаем, потому что мы не можем этого не делать. Мы сегодня спрашиваем у таких же образованных, умных, наших соотечественников, наших земляков, там, будь он русский, украинец и прочее, Господи,
Да хватит, ну сколько можно жить в этом дерьме? И кого мы обслуживаем? Оглянитесь, кто? Осудится кто? Кого мы этот парламент российский, это посмотреть на них и больше не жить. Это посмотреть и больше не жить. Потому что были времена плохие, но подлее не было. Подлее не было. Ну, такая вот... Я на такой печальной ноте, Андрей, поэтому говорю, что если и мы замолчим, если и мы потускнеем, посереем и скажем, вот, а что делать, все, там вообще крышка на, крышка всем. Я думаю, что я вот наблюдаю, нет-нет, да прорываются в России блогеры, ребята, да, которые ну, просто сверкают как бриллианты, чистотой, честностью, такой вот задором. Я не знаю, 150 народов с лишним там зреет понятие, что дальше так нельзя. Нельзя. Ну вот что из этого выйдет, посмотрим.